таком историческом, таком, можно сказать, эпицентре города Москвы. Красивые здания. Стиль конца 19 века, начала 20 века. Здесь очень интересно. Там центральный выставочный зал, Красная площадь. Сейчас мы идем в консерватории. Там увидимся. Итак, мы в историческом месте. Как я и говорил, мы подходим к консерватории. Единственный момент, она сейчас на модернизации. Ее ремонтируют, хотя звуки рояля слышно. Кто-то занимается, хоть сейчас середина августа. Но музыкантов нет выходных. Ни воскресенья, ни субботы, ни 5 августа, еще чего-то там. Всегда заниматься надо. Памятник Чайковскому. Знаменитый наш композитор, известный Петр Ильич. Консерватория, да, консерватория вообще интересное место. Организована где-то была она с 19 века конца. И вот до сих пор служит. Самые лучшие музыканты рождаются именно здесь, самая лучшая школа. Ну и получила развитие, конечно, Ташкент, Алма-Ата, Тбилиси. Все это распространяется. И мы продолжатели великих традиций, великолепных музыкантов в прошлом.